перископ майки .org. Заходи на страницу, не пожалеешь, бро. Тут толстовки, костюмы, шапки, футболки, одежда с огромным каталогом принтов. Выражай себя в принтах и дари подарки близким. Контроль качества, ты не будешь в зоне риска. Окей, ты еще не понял, заходи. Тут ссылка в описании, это лучший магазин. Бау. О, здорово, ребята, как дела? Опять? Блин, ты звезду словил? Тебе больше делать нечего? С утра до вечера сидеть в доме. Доброе утро, ребята. Как там у меня? Нормально так. Привет, Москва. Ну что там нового? Что-то смотрели вчера, блядь, наш ебаный стрим. Ебать. О, пиздец, нахуй. Надо рассольчика выпить. Так вот. О. Что там? Доброе утро, ребята. Кто мне завтрак приготовит? Пожарьте яйца, нахуй. Всю трансляцию смотрел, бухал с нами вместе, да, блядь. Молодец, молодец. Вот так вот. Там... Spotify, махач, блядь, братан. Алис куэ. Заебись. Короче, в конце концов, нахуй, все, что записали, удалили вчера, блядь, потому что постоянно пиздели, короче, на заднем фоне, короче, это было все слышно, короче. Я с Маджестиком, короче, на этой неделе встречусь, мы все запишем, короче, и все сделаем круто, короче, трезвый, а то я вчера, блядь, вроде когда учил текст, нахуй, было все заебись, а после, блядь, не, просто, нахуй, не мог его зачитать. Да, и хуй, не знаю, это, блядь, если, ну, посторонние люди в студии, как бы это, как-то мешает. Так, поэтому, ну, так нормально в целом. Вы видели, мне Вова Драгу ответил, сказал, что он теперь... Охуенная звезда, короче, и пиздец, и просто там наш шутит, Вова, слышишь меня, Вова, не надо нахуй на такую тему шутить, блядь, ладно, ну и так, если хочешь пообщаться, я могу дать тебе номер, адрес, пообщаемся, вот, и даже батлиться он со мной отказался, все, он теперь, блядь, впервые нахуй за 20 лет, нахуй, типа 100 тысяч просмотров набрал на своем сраном, нахуй, треке, который он подписал, блядь, как Слава КПСС, и только из-за этого. Вов. Серьезно. Пиздец. И, типа, я позорю немецкий рэп, братан, блядь. Немецкий рэп позоришь ты, блядь. Там тебе, блядь, Димас докинул, блядь, 400 рублей, а ты, нахуй, блядь, бросился туда, блядь, вниз, в ноги ему чуть не целовать, блядь. Ты ёбнутый просто. Ты ёбнутый и дешевый просто. Ну, такая хуйня, да. Пытались классу дозвониться вчера, блядь, нихуя, как бы не смогли, короче, телефон был выключен, после приехали в Ротенбург, прошлись по барчикам, короче, не нашли его. Ну вот, как я вчера и сказал, если что, ребята, покажите ему, что вы хотите, чтобы он вернулся назад, скиньте ему там бабки и все такое, и порадуйте его, скиньте ему на новую машину. Такая хуйня. Так, видел еще вчера, Фок заходил. Фок, привет, братан. Ты, блядь, хули ты, блядь, строчишь, нахуй, во всех соцсетях? У тебя же есть мой номер, нахуй, напиши мне, че. Это. Я видел картинки, ты там крутые делаешь, короче. Можешь кавер мне сделаешь, нахуй, или еще че. Мерч, давай футболки мне сделаешь, братан. Круто у тебя получается. С рэпом не очень, а, блядь, вот картинки у тебя реально смешные, можно там... На футболке напечатать, давай. Вот, с обезьяной что-нибудь такое крутое. Какой домино? Кто такой домино?
Ебать. На меня диск даже есть. Охуенно. От кого? Кто там на меня диск написал? Фок, что ли? Фок. Это... Ты же мне, блядь, предлагал на батл идти, а теперь диссы пишешь, блядь, ебаный в рот. Решил там. Футболки заказывайте у Фога. Охуенные футболки он сделает вам, нахуй, там с моими картинками и все такое. Заебись. Там. Ебать, мы тоже всю ночь бухали, блядь. Я даже не помню, нахуй, когда я домой пришел, блядь, короче. Нажрались, короче. Ну, и с вами я согласен, нахуй. Вот. Фок хуйню мелет в каждом треке, блядь, и пиздит, нахуй. Фок, ты в меня влюбился, нахуй, или что ты до меня доебался, блядь, вот, реально. Они все в меня влюбились, блядь, вот, реально. Да. Ну и пиздец, бля, вот. Как бывшие девочки, короче, бегают за мной, блядь. Пиздят. Бля, ребята, блядь, отъебитесь от меня просто и все. Что такое? Че, разлил стакан полной воды на пульты? Это же возможно, но больше нет пультов. О, все, пульт. Бедный пульт. Телевизор без пульта вообще не включается, у него нет кнопок. Есть там кнопки сбоку, Таня. Да, и программа переключается. А, ну программа переключает. Не, ну, да. О, так, ребята. Жестко, да, вообще, короче, водички надо попить. Да. Не знаю, ребята, не знаю. Это, бля, вчера было такое пьяное предложение. Я не знаю, вы с этим согласны? Я сейчас тогда напишу Артёме, короче, спрошу его. Может, у него уже счет есть, короче, чтобы он дал номер счета и будете скидывать бабки туда мне. То есть ему, да? Пиво надо пить, да. Не, блядь, меня воротит от этого сраного алкоголя, даже если я подумаю о нем, короче. Вот так вот. На Spotify, говорю, скоро будем, короче, вот сейчас. Есть такая тема, короче, на каждый обзор альбома я сделаю еще, ну, каждому обзору альбома я сделаю дополнительный трек про альбом. И вот когда вот эти бонусы будут, короче, я... Закачаются везде. Не, ребята, я в Ротенбурге дома в Германии. Такая хуйня. О, ладно, блядь, встану нахуй, давай. О, Франкфурт с нами, Франкфурт, привет. Наверное, блядь, пожрать что-нибудь надо сделать. Тут такая хуйня. Диснодрагон, нет, полноценный Диснодрагон, блядь, не хочу писать, нахуй, блядь, ну, просто на в строчке, там, пару строчек я теперь буду Вову цеплять в строчках. А то он, видишь, говорит, что это все юмор, смешно, нахуй, вот теперь будем, нахуй, ну, шуточки шутить, блядь, Вова. Да? Вот. Дела нормально, нормально, ребята. Вчера вообще весело было. Ебать. Короче. Да все знают, что Вова долбоёб, он выглядит, блядь, как какой-то такой, блядь, умственно отсталый, нахуй. Вот так вот.
И вот посмотрите, блядь, его посты, как он пытается выглядеть таким ебать интеллектуальным, нахуй, умным чуваком, блядь. Ну это, блядь, пиздец. Это у нас в Германии, короче, блядь, есть зондершуля. Вот, блядь, мне кажется, Драгу, ты в зондершуле ходил, блядь? Это, блядь, типа для специальных таких людей, блядь. Не знаю, нахуй. А зондершуля, это, короче, если... Ну, почти, блядь, инвалиды такие, знаешь, вот, вот Вова, наверное, туда и ходил, блядь. Да, Вова, или, на, нет, ты говорил, ты в Хауптшуле ходил, да, до девятого класса, да? Ну, просто, du bist viel zu dumm für ein Hauptschüler, Junge. Und, блядь, du siehst aus wie ein Dulli, Alter, wie ein behinderter Dulli. Да, да, стопудово. Блин, ребята, сейчас надо, бля, вроде клип готов. Сейчас связаться надо с Варгасом, короче. Посмотреть, что он там сделал. О, чуваки, короче, Вова, это Драгу, извините, если что, да, это вот не... Не квач, блядь, это не ваш адрес, короче. А то там, видите, это самая звездатая звезда, нахуй. Мне даже теперь отвечают в Твиттере. А в прошлый раз он просто, блядь, знаешь, забанил меня, нахуй. И чтобы я даже не мог читать его твиты, короче, блядь, да. И продолжал дальше пиздеть, короче. Передать привет Сальску, привет Сальску, короче. Так, ребята, пойдем посмотрим, что там, блядь, у этих мелких пидоров там, блядь, у меня в группе, блядь. Что там у них, пуканы, нахуй, уже, блядь, это, намазали этим мазью, нахуй. Или что? Сургут, привет, привет, ребята. Ну что там, какие там события еще? Блять, что можно было бы прокомментировать? Все, нахуй, наверное, уже сказал. Драгу, мое предложение, короче, к тебе еще в силе, короче. Могу дать тебе номер, адрес. Вот. И говорю, нахуй. Пошутишь еще, блядь, знаешь. Вот такая хуйня. Иркутск, заебись. Барнаул, заебись. Да-да, короче, насчет концертов это все. Максу Малашу пишите, короче, он, если серьезное предложение, он с вами свяжется, все сделает. Урал, весь мир с нами. Бета. Львов с нами, заебись. Блядь, нет, за ваш альбом не слышал, а чё, охуенно? Он вчера вышел вроде, да? Надо, блядь, сейчас зайду, куплю его себе, нахуй. Сахалинск на связи. Да, ребята, будут треки с шоком. Да, получил. Ребята, спасибо вам за деньги. Вообще круто. Короче, если кого-то забыл вчера там, то это... Извиняюсь. Рассольчика, блядь, пойду нахуй выпью. Ну, была такая идея. Вот сейчас, когда доделаем, короче, с шоком наш трек, как запишу свой куплет, он мне куплет уже скинул. Мы думали, нахуй, ну, наверное, сгоняю в Берлин, сниму с ним клип.
О, ко мне гости пришли, короче. А я выгляжу нахуй помятым таким. Как новый стишок, прикольно, вот реально мне нравится, и я же говорил уже, что Диме это реально лучше идет, блядь, чем вот рэп-хуйня, блядь. Поэтому реально нормальная, крутая, взрослая музыка, короче. Наверное, маленьким, блядь, педикам не заходит, но, блядь, пусть они слушают всяких фейсов, хуейсов и вот такую хуйню, блядь. Когда можно будет поздравлять, но еще ну, 2 недели где-то. Ну, пока сейчас, короче, 22 февраля. Ну, и все. Ребята, и тогда нахрен опять подгузники. И вся хрень, короче. Про какой биф? Есть такое, есть не эти... Америкосы же делали, или про какой биф вы имеете в виду? А, не смотрел фильм этот, не собираюсь, как бы, меня не интересует российская хип-хоп-культура, как бы, очень, ну, поэтому, да, и где его смотреть, как бы, и, ну, вообще, мне вообще не интересно. И, как бы, отзывы там не очень о этом фильме, поэтому, посмотрю лучше Straight Outta Compton или еще что-нибудь. Не-не, Акуфреш придурок тупорылый, блядь. Жак Энтони, ну, бывал, ну так, не слушал, но я знаю, кто это. И вроде там чуть-чуть его творчество тоже слушал, ну, как бы. Мне не Бушиду, Бушиду вообще охуенный чувак, и, блядь, просто видите, у него сейчас там нормальный такой трабл, и жаль, короче, там хотели похитить его от детей, жену и все такое, ну, вот, и... но, блядь, это не отменяет того, что музоны он охуенный делал, блядь, и до сих пор некоторые музоны Бушиду гоняют, блядь, нравится, пиздец. Не знаю, Димон вроде же в Москве сейчас, я не знаю, по-моему. Капитала Бра вообще не люблю, блядь, я вот не знаю почему, блядь, люди, он, блядь, сейчас у нас в Германии, типа, самый яркий такой, блядь, ну, вообще, мне вообще не нравится, и, блин, да и тексты у него очень, блядь, тупые, банальные, и вообще, блядь. Не могу как-то, блядь. Вообще не могу его слушать, блядь. Алексеша тоже не могу слушать, короче. У Алексеша такие тупые тексты, короче, вообще нахрен. Никак нахрен, не катит вообще. Просто рыгать тянет от Алексеяша, бля. Не, Версуса не будет, вы же видели, там Драгу на Твиттере ответил, что я ему, блядь, что я ноунейм, и больше он батлиться со мной не хочет, все. И драться не хочет, и батлиться не хочет, вот, доебался что-то, вот, я, блядь, ему ответил, а теперь он, типа, все на юмор, там, съезжает, и, типа, я ноунейм, и, короче, 2008 года, короче. В
Флера раньше слушал, короче, было прикольно, но сейчас я как бы не могу Флера слушать, потому что Флер имитирует, короче, вот эту, как коллега и сказал, он первый рэпер, который копирует, короче, американский рэп-стиль, короче. Передал классу привет, да. Ну, Максим, здорово. Заходи. Давай, заходи, короче, попиздим. Давай вдвоем попиздим. Обсудим вчерашний эфир, бля. О, Максимка, здорово, братан. Подожди, что-то тебя не слышно. Воткни на ухо, то я тебя не слышу, короче. Макс, что ты там делаешь? Куда ты пропал? Наушники раскручиваешь, понятно. Да, ребята, с люстрой общаться будут. Приветули. Здорово, братан. Че, как прямой эфир, как мы там посмеялись, нормально, да? Отлично. Прямой эфир Да. просто был то, что надо. Ментально Видишь, мы были 300 человек с вами и бухали. да, видишь, пальва, блядь, что вот пришлось нахуй в конце концов всю хуйню удалить, короче, потому что, ну, реально уже набухались, короче, и вот, видишь, все на заднем фоне пиздели, короче, и... ничего, нормально. Так. Ты в YouTube заходил в прямой эфир и там, короче, просто не открыл эту доступ. Только я тебя, походу, смотрел. Заебись, но я загрузил же все равно. Нормально. Или нет, или не загрузил, я хуй не знаю. Мне надо сначала, блядь, научиться, блядь, пользоваться этими всеми, блядь, современными техниками, блядь, и блядь, гаджетами. Не, было все нормально вообще. Чуваки говорят, вот можно и почитать, что пишут. Да, где-нибудь круто, короче. есть треки Маджестика? Да, скину после пару ссылочек на него, короче. Вообще-то он как бы, ну, татухи бьет, если что, скину, короче, вам попозже тоже этот. Если хотите ссылочку на его студию, тату-студию, можете там татухи набить. Макс, Вообще. тебе не надо, короче, да, там, ты и так красавец. Так что, ну. Спасибо. Так вот, там это, ребята там что-то про концерты спрашивают, я их всех к тебе отправляю, короче, если что. Ну да, конечно. Я все жду, когда мы запустим онлайн-концерт. Вот, чуваки, можно их спросить, вот, ребята, как вам тема онлайн-концерта? Да, ребята, как вам тема онлайн-концерт? Вон, чуваки, в чате много знакомых пришли. Вот сейчас. Да. Сейчас посмотрим. Так, онлайн-концерт, ребята. Что там с онлайн-концертом? Нормально? Да, хотим. Тут Хотите? немножко задержка просто идет. Го, вот о чем я говорю. Все, чуваки, Да. согласны. Ну, давайте сделаем так, что, наверное, в этом месяце как-нибудь, блядь, где-нибудь найду место, короче, чтобы было заебись. Да даже можем к тому же чину нахуй на студию поехать, блядь, там, ну и оттуда ебашить онлайн-концерт. Ну, было бы круто там сделать такую небольшую закрытую вечеринку, Макс, там пригласить там 20 людей, 30 по приглашению, короче. Ну, чтобы не так просто тупо нахуй одному там ебашить все. Вот Согласен. так вот. Так что Артема Кто такой, пригласить. что снизу? Кто такой, что снизу? Снизу мой менеджер, блядь. Ебаный в рот. Вы что, ребята? С луны Можно свалили. сейчас, короче,
Ваня, такую тему запустить, короче. Вот я думаю, сейчас чуваки пишут, которые хотят в прямой эфир зайти. Вот. Я отконнекчусь, и просто если какие-нибудь адекватные, ну, люди, фанаты могут зайти и пообщаться с тобой, как тебе такая тема? Ну, ну. Нормально. Да, а так, да, видел там уже, ты видел, что Драгун мне написал, я типа ноунейм для него, да? Все пиздец, ты прикинь, нахуй, охуенно какой, блядь, Вова, нахуй, блядь, прямо как Оксимирон популярный стал, да? Все, все. Пиздец, да? Охуеть, ребята, да. Драгун, ты на Твиттере, нахуй, блядь, 30 лет собирал 10 тысяч подписчиков, нахуй, ебаный в рот, блядь. Ну, тут такая тема, что он говорит, что, типа, все, Иван не популярен, но последние вот эти два твита, да, твита даже в закрепе, и висит, типа, что-то там про тебя какая-то херня. Ну, да-да-да, он закрепляет даже твиты про меня, если, Вова, Драго, если я не популярный, так нахуй ты вот это все закрепляешь, блядь, с моим именем, блядь. С тобой что не так, блядь, зонда шуля. Короче. Протеин. Стероиды. Да-да, блядь. Да-да, у него, наверное, блядь, хуй не знает, блядь, эти стероиды, нахуй, блядь, вообще ему, нахуй, мозг, нахуй, вынесли, короче. Так что вот это вот, походу, потому что он сам себе противоречит в этом плане. Да, он, блядь, думает, что... видишь, вот, видишь, он, наверное, сейчас радуется, как дети первому снегу. О, да, блядь, Ванька мне ответил, и теперь я выебнусь, нахуй. Все, я не буду с тобой батлиться больше. Да, это чувак сейчас поменял позицию. По два года звал, а сейчас уже, блядь. Овощи ебаные. Ну. Так что, не, стебанули, прикольно. Драго. Да, там да, я да. Просто смотрю ответы, чуваки просто пишут. Он хитрый чел, он, блядь, просто банит всех, кто ему там пишет. Да, да, он, я считаю, Драго только с телками батлится, короче, вот видишь. Поэтому... Драгу, я могу, блядь, сиськи нахуй нарастить и, блядь, побатлимся, если что. Давай теперь побатлимся, или теперь ты не будешь. Шучи. Такая тема. Драгу вчера, наверное, наш прямой эфир весь смотрел, наверное, хотел там пару, короче, этих советов получить или посмотреть, как нормально рэп делают, как бы. Ильюша смотрел. А, Фок смотрел, ну да. Пиздец. Он там, он... Во-во, ребята, Фок откроет, короче, счет и это. Скидывайте Фогу на бабки на счет, короче, он будет собирать на камбэк РВР, короче. Да. Да вот и сейчас это... вот это вот вырежут, короче, и сделают так, что это правда, блядь. И все. Конечно, все правда. Ну, такая хуйня. О, Макс, блядь. Не знаю, сколько мы вчера бухла выпили в прямом эфире. Ребята, кто-нибудь считал? Я, по-моему, на четвертой бутылке перестал уже считать, короче. Или на третьей, на четвертой, не знаю. Вчера нормальный у тебя марафон был. 6 часов. 6 часов. Вот есть чуваки, которые здесь, которые полностью смотрели все. Мне вот интересно. Кто смотрел, кто сидел 6 часов вчера, блядь, со мной? В прямом эфире. Да, я видел в начале, ну, трансляции, чувачок один написал, сидел со мной всю ночь, говорит, бухал, короче, все 6 часов. Поэтому нормальный движ, вот. В группе пишут, чтобы обратно заходил. Все нормально. Вон, чувак. Вон, видишь, Рыбак сидел, да. Вон, Джонни сидел, Данил сидел, короче. Ребята, спасибо, круто. Что, посмеялись мы вчера, нормально так. Ну, вопросов нет. И картинка была нормальная вроде. А, ну, да, поэтому... подожди, вон этот чувачок этот сидел с нами. Где он? На Торес, короче. А, да. Да, заебись. Данил. А, блядь, надо, поэтому... короче, сейчас Варгасу сейчас наберу, спрошу, что там с клипом, короче. Я, блядь, до сих пор еще трек не скинул. Сейчас надо... Я его до сих пор еще не свел, блядь. А сейчас, видишь, у меня, короче, ну, у нас гостик, это, к жене подруга пришла с детьми, поэтому я, наверное, сейчас все равно сводить ничего не смогу. Ну да, трек надо доделать. О, привет в Израиль, ребята. А так, что там еще было интересного, Макс?
Ну, вот, а вот, кстати, чувак из Израиля. Что? Очень просил, чтобы ты ему привет передал. Очень сильно. Да, привет. Вот, привет, чувак. Привет в Израиль, короче. А так, вот что так. Еще интересного было? Вот эти вот пацаны, блядь, как ведущие были. Димон и Гоша. Вот это микрофон, это колонки. Да. Дима, ты уже проснулся? Короче, если смотришь меня, короче, это, что я хотел сказать, пришлось из-за тебя удалить нахуй все записи, блядь. Потому что все время, блядь, ты был на треке, блядь, и у Маджестика, блядь, и у меня, короче, Димон. Вот так вот. А такой, бля, угар был капец. Вот, поэтому нормально. Чуваки, он довольный, чуваки, он смотрели вообще, я просто... 6 часов. Это ебать, просто... Да. Вот. Да, стрим был охуенный, все, вопросов нет. Ну, да, что с первого класса? Нормально. Так, сейчас поищу какие-нибудь вопросы тебе интересные. Блин, ну я же ему вчера звонил, типа, ну видишь, телефон был выключен, и сообщение ему писал. Сюда можно какие-нибудь картинки скидывать, там, например, я могу, вот ребята, блядь, типа, говорят, что я пизжу, что ему вообще не звонил, все, я могу ему, блядь, типа, скриншотики с WhatsApp скинуть и все такое. Да ладно. Да, в принципе, похуй, блядь, просто я думаю, если он, блядь, не одобрит это, блядь, будет хуёво, если просто так сейчас что-то буду показывать, и поэтому... Побоже, чуваки, пусть подождут. Ебать, блядь, живот бурчит, нахуй, жрать хочу, Макс, блядь. Последний раз вчера, блядь, днем ел. А вечером нажрался, это не в счет? А вечером нажрался, пиздец. Хотел бы сказать, калорий, блядь, тоже дохуище, короче, поэтому. Вот так вот. Так, что еще? Что еще? Сейчас поищем какие-нибудь вопросы. Сейчас насчет трейлера, короче, этого Варгаса еще спрошу. Или он может здесь... Варгас, ты здесь? Ты с нами? Наверное. Ну, если что, сейчас наберу. Трейлер. Можешь, блядь, трейлер уже готов, там посмотрим. А, сегодня же воскресенье. Или ты уже что-то еще делал там какое-то? А то Не-не-не-не-не. Я думаю, что у вас будет получше... Вы же еще что-то снимали. Я думаю, вы наклепаете что-то получше, чем я. У меня же только видосы от Алекса. Вот. Поэтому я думаю, что не сейчас получше. Попозже, сейчас, короче, надо вставать, короче, а то я умру, блядь, водички хочется, там булочку какую-нибудь схавать, я не знаю. Это все стрим, это все 6 часов, вот, так что вон пацаны пишут, что надо почаще заходить и будет нормальный движ. Вот. Блин, что о Децеле скажу, Децел, блин, жалко реально. Ну, не хочу лицемерить, короче, но, честно говоря, раньше, я даже когда рэп не читал, я знал этот трек, вечеринка у Децла и все такое. Ну, видите, как бы сильно рано, но, что сказать. Да, бывает. Жалко Кирилла, как бы, ну, все. Ему, кстати, ему 35 было, ну, как и мне, блин, вот не могу даже себе представить сейчас, если я сейчас уберу. Я знаю, что бы было. Опять фит-парад, все треки. Да-да, короче, я бы стал легендой, как этот там XXXTentacion. Сразу же миллиарды просмотров бы нахуй были на моих треках и клипах, короче. Кто меня там... Блядь, кто такой Домино? Подожди, кто такой Домино? Что за Домино там на Версус меня вызвал? Я такого не слышал. Я знаю, есть один чувак, Домино, но... Я знаю одного Домино, короче, мы у них на студии еще в Москве когда-то были, блядь, 100 лет назад. Это тот, что ли? Хуга не знает. Может, тот вызывает, а тот Домино, который он вообще не батл-рэпер, он, типа, прикольную музыку делает. Там разве не два Домино есть, блядь, да, в России? Их там несколько. 3, блядь, я не знаю, или 4. Их несколько чуваков. Так, надо посмотреть, Макс, или промониторь там, кто такой Домино и что он хочет, блядь, от меня. Да, блядь, я нигде не видел эту информацию, как бы, может... Типа, вон, ребята пишут, типа, в прямом эфире он, короче, там что-то... Два Домино.
Ну вот один домино нормальную музыку делает, а второй... там вон написали, короче, пацанчики написали, он с Казахстана, короче, значит не тот домино, которого я на студии был, да. Да нет, навряд ли. Тот, который один, он вообще батл не делает никакой такой. А нет, это домино с России, по-моему, сейчас, а типа, голодуху там, что ли, устраивал, это, наверное, да? А, да, вот этот вот чел. Ну, значит, который... у него я и был на студии как-то в Москве один раз когда-то. Да не, у него студии в Москве, он не в Москве, походу, живет. Не-не-не-не-не, это не тот чувак. Так, что... Понятно. Такая хуйня. Бля, Макс. Нормально. Так что... Хуёво. Пойду пару таблеток захаваю, короче, тут. Восстанавливайся, Ваня, пожалуйста. Так. Ждем на следующем стриме. 6 часов, блядь. Да. Сейчас посмотрим, что там, короче, насчет клипа сейчас. Чин, короче, мне тоже писал, и, наверное, посмотрим. Может, сегодня еще раз гоняю, короче, к ним на студию, запишу нормально, блядь, один там, трезвый, без ведущих, короче. Да. А сколько тебе ехать туда? Блять, ну, на машине полчаса, на поезде 20 минут. Ну, блять, в принципе, так же, как и сюда, блять, в мою студию, нахуй. Она тоже у меня, блять, где-то за городом, там, пизда. Поэтому вот нормально. Если пока есть время, можно доделать. А то чуваки, он уже про альбом спрашивает. Вот. Да-да, ну, ты знаешь, там, у нас же, блядь, демок уже дохуя, вот, блядь, там реально большое количество треков уже просто, блядь, надо доделывать, просто... или, блядь, звукаря, что ли, какого-нибудь, блядь, надо подключить, блядь, а то, блядь, меня заебывает это, ну, блядь, сводить эти треки, нахуй, уже, блядь, башка болит, сам себя слушать не могу, нахуй, блядь, воротит аж уже, блядь, от этой хуйни. Ну, я думаю, которые здесь звукари сидят и нормально сводят, вот, ты мне скинь, пожалуйста, эту капу, которая на крайний трек. Я им буду кидать, и если какой-то ремикс охуенный сделает чувак, то почему нет? Пусть поработается. Да, ну сейчас скину, короче, ты имеешь в виду от трека Back in this motherfucker, да? Да. Сейчас скинем, пусть ребята там, наверное, треки... Да, блядь, дофига звукарей смотрят, ну, есть реально талантливые чуваки. Пусть сделают ремикс, оценишь, если зайдет, то пусть работают со звуком. Но, блядь, главное, чтобы не сливали потом треки, как вот с этим было. Это вот ебало. Вот так вот. Ну, посмотрим, короче, блядь. Или я с Чином поговорю, пусть он там посводит что-то. Ну, видишь. Ну, просто, знаешь, фишка такая, что много кто сводит мои треки, короче, мне просто не нравится. Они там этого, блядь... Эхо, блядь, и всякой хуйни туда ебаша, там, блядь, мне эхо, и, блядь, вот этот хай, блядь, сраный, и все такое вообще не нравится, как бы, мне как бы прикольнее, если голос, типа, знаешь, как настоящий, так, знаешь, ну. И все, блядь, автотюн туда ебашат, короче, блядь, и вообще, нахуй, насилуют, короче, капы. Ну, вот сейчас, если звукари смотрели, то есть, критерии какие-то есть, если есть у вас возможность, пишите мне, я скину вам капу. Вот. Угу. Когда Иван мне скинет ее. Сейчас сяду за комп, короче, эффекты оставить в голосе. Ребята, на это, если кто-то здесь есть, короче, кто, ну, битмарь какой-нибудь или еще что-нибудь, я вот скину сейчас капу с нового трека, короче, эффекты оставить или убрать. Ну, может, кто-то хочет там покрутить что-то. Такая а вот нормальный вопрос. Алитес будет на альбоме? Ребята, Алитес рэп больше не делает. Он, короче, открыл казино и бордель. И все, блядь. В Франкфурте и все круто. Не знаю. Мне как бы это... Самому было бы, блядь, как бы... Ну, прикольно с ним записать, потому что с ним заебись. Он крутой чувак, короче. Ну, видишь, он, походу, рэп больше не делает. Так, поэтому, наверное, на проститутках и, блядь, игровых автоматах нормально бабки рубит, поэтому, наверное, намного больше, чем рэпом. Так вот. Там кто-то, я еще читал, там кто-то спрашивал про Полика, про Лобуса, короче. Лобус будет на альбоме, кстати, да, стопудово. Так вот.
Что-то, что написали, что-то в капу без эффектов выкинуть или с эффектами, короче. А тут кто как пишет? Оставить, кто-то говорит, что такую необработанную. Пошли бы на версию с Фогом. Да, он мне, Фог мне писал в WhatsApp, короче, предлагал заебись шоу сделать, короче. Вот так вот. Не, не пойду я на версию с Фогом. Бля, Фог пусть наберет 5000 подписчиков в Твиттере, наверное, или где-нибудь в своих соцсетях, а тогда, тогда уже можем поговорить. Но давай, бля, Фог, давай Фог пусть сделает нам картинку на альбом, короче, обложку. Ну, отлично. Вчера бедолага сидел и смотрел, как вы там записываете. Он что-то писал, но я уже ушел. Я чувака поставил. Фог, наверное, был один из этих хейтеров, которых я нахуй посылал, наверное, да? Там комментировал что-то. Так бы нет. Я вчера читал эти комментарии, ржал просто капец. Чуваки, блядь, заново аккаунты создавали, блядь, это просто... Ну, пиздец, блядь. Смотри, как они меня, сука, любят, блядь, да? Ну, вот я их забанил, все равно чувак выходит, это ж какую работу надо сделать, зарегистрироваться заново и зайти, чтобы тебя обосрать. Так, это там Илюха Фок, что ли, смотрит? Фок, ты с нами? Где я? Меня вроде нет. Так. Так что... Так, что тут еще ответь интересного? Про Артураса. А что там, кто про Артура? Артураса нет уже давно, да, ребята, он же Кензо. Поэтому. Джокер МД, он же пел... Тупак жив, Тупак жив, ребята. Тупак валяется вот в кровати, блядь, и ведет прямой эфир. Так вот. Что еще там? Что еще там прикольного, Макс? Что еще там пиздят? Вот, там, много вопросов. Повторяется в том плане, что с Димой фит. Так, что тут еще? Как тебе фильм «Биф»? Не смотрел, говорю уже, не собираюсь, так как меня русская хип-хоп-культура вообще не интересует. Ну, там, блин, вот если граффити или там брейк-данс было бы нормально, но русская хип-хоп-культура вообще как-то не интересует. В принципе. Да и рэперов, которых я бы, бля, ну, которых я слушаю из России, их там тоже в фильме не было. Такое вот. Бамблбиз, так. Не слушал. Ребята, вы меня спрашиваете каждый раз про это. Я вроде бы обещал там, что прослушаю. Бамблбиз, Макс. Нормально валит? Там, ну, это он же на английском? На английском валит или это на русском? Рэпер. Русский рэпер. Русский? Ну, я знаю, как он выглядит, короче, у него же татухи на шее все такое. Да. Да-да, надо послушать, чтобы, если что, будут спрашивать, ответить, как, что. Да, нет, тебе не понравится, там ни батл, нифига. Так. С автотюном? Да. Ну, если с автотюном, тогда стопудово не буду слушать. Да. С гнойным будет батл или фит? Спрашивают ли. Ребята. Не знаю, с гнойным как бы я еще, ну, насчет этого не общался, короче, но вон говорю, с Виктором будет СД, а, и за май тоже как бы согласился записать со мной. Поэтому за... там что-то будет крутое. А сегодня в пабликах была информация, что ты же вчера вроде говорил, что с СД, с Димой и с за маем будет, и они там публиковали. Да. Я просто, блин, до сих пор за май еще минус не скинул, короче, ничего годного еще нормального сделал, ну, не сделал, ну, или сделал, просто, короче. Тут спрашивают, вот прикольный вопрос, когда мои манеры, альбом, я не знаю, они имеют в виду видеоразбор, который, или... Или альбом, что тут еще, мои манеры. Подожди, подожди, спросил, с кем бы фитанул из России. Я вон, ребята, повторяю, опять же, вот Рамирес, блядь, вот вчера, блядь, ну, или подсел на Рамиреса, нахуй. Почему-то вот, блядь, ну, прикольно делает. Даже если это такая техно какое-то чуть-чуть, но, блин, Рамирес, ну, и блин, Рэм и Сид, короче, нормально вообще, это, короче,
прикалывает, короче, этот трек, где они еще засэмплировали, короче, мелодию из, ну, Prodigy, вообще прикольно. Вот это единственные ребята, с кем я бы фитонул, короче, из России. Что-нибудь такое же грязное, даже, блядь, под технарь под какой-нибудь зачитал, нахуй. Так, пока нету никаких таких вопросов. Грязный язык 2, ТМ3. Что и... На порно дэнс будет, раз... Да, поедем, нахуй, снимать порнуху будем. Короче, разбирать альбом. Так. Так. Так, что еще там? Повторяется много вопросов. Такие, короче, рэперов таких упоминают, про которых я даже не знаю. Так. Когда новый клип? Вот, про клип информацию будет. Я говорю сейчас, короче, чуть-чуть нахуй раздуплюсь, короче, и позвоню Алексу, спрошу, что там. Ну, я думаю, наверное, блядь, сначала стоит закачать трек на iTunes, короче, там же проверка еще неделю или две, наконец-то. Блядь, не знаю. Вместе с треком, как бы, это... Закину. Вместе потом... с треком, короче, блядь, ёбнуть клип, короче. Так. Кто такой Артур и Давид, которые в группе с тобой были? Ну, вот бля, это... я с этими чуваками раньше в школе учился, короче, поэтому их вообще никто не знает. Они, наверное, музыку даже вообще не делают больше. В то время как бы они делали что-то. Вот это вот интересно. Так, Литва, чуваки пишут. Ты, Литва с тобой. Так. Где, покажите мне, где он там, где эти, где Рамирес там что-то про меня говорил. Я думаю, такого нету. Такого где нету? Он, вон, ребята пишут, что типа они там стебали, короче, что-то такое. Кто такой KMC? Это с классом, короче, он, это, давай, ну, блядь, как там, прощай, Россия, блядь, и давай за рэп, что-то такое там они были. Вроде этого KMC я не имею в виду. Ну. А что это за чувак? Ну, он с классом там. Ну, он в Берлине живет, короче. Я просто не знаю, что там с ним. Вообще 100 лет не общался. Так. Не было такого, видишь, блядь. Ребята, ну, заебись тогда. Тогда все заебись, блядь. Рамирес, давай запишем, короче. Давай запишем да. Что-нибудь охуенное, надо короче. Агрессивное. В Киев, видишь, ребята, вон, давай с Ваней в Киев, жилье найду, блядь. Что? Ой, ничего. Что еще там годного, короче? А, хочу текста, вот, прикольно. Хочу все текста Weiss Blau Rot. Что, напишем? Текста, типа, все, ну... Перевода можно. Ну, блядь, можно, короче. Ну, придется слушать ну, и так. Писать, короче, после, я не может, знаю, скриншот делать. Там же нормально можно перевести с немецкого. Алекс, думаю, справится. Чувакам текста. Вот, видите, какая у меня жена умница. Вот. Спасибо, Танечка, видите. Даня пришла. Водичку, короче, принесла. Она знает. Пьяному Ване. Тут вопросов нет. Так. Еще интересно. На здоровье, ребята. Что еще было? С Маджастиком я говорил, будут фиты, да? Он, короче, этот трек, который мы вчера записывали, короче, и в конце концов удалили, на этом треке будет один чувак из Франции и один чувак еще из Греции. И Маджастик, короче, там же вы видели припев делал, короче, ну, все равно удалили, короче, все. Потому что там еще и Дима был на фите, короче, на заднем фоне.
такая тема. На бэках. Да, на бэках был Димыч, поэтому. Ну, вон Нижний Новгород, бля, земляки. Так, а что еще? Тут такие однообразные. В основном только привет хотят передать. Да, привет, привет. За перевод текстов Вась Блёу Рот. Кстати, есть такая фишка, что некоторые эти тексты класс переводил на русский, короче, и читал. Поэтому, ну, некоторые тексты, короче, реально с Вась Блёу Рот, короче, и, ну, класс их переводил и читал, как бы, на русском. За май. В основном только просят передать привет, приехать в какой-нибудь город и все. Ну и там такие вопросы, которые ты уже отвечал много раз. Мы, походу, там вчера с Маджестиком и фристайл читали, да? Какую-то хуйню, как я там, блядь, болел, да. Было круто, когда стартреки включил там, под них немножко подзачитал, было реально. Вообще, вчера сделал 100% на этой, за 6 часов. Ебать. Все, что надо, еще и классу там позвонить хотел. Вот так вот. Просто то, что надо. 200 евро за текста. Кто там предлагает? Кому-то текст надо написать? Или что там? Я не знаю. 200 евро, может, он... Что с пацанами из банды хардкора? Я даже не знаю, что с ними стало. Короче, ну, стопудово не рэпера. Ну и, наверное, уже совершеннолетнее что-то. Они, может, выросли уже из рэпа. Прикольно было. Так. 200 евро за перевод текстов. Ебать, там, бля, я не знаю, сколько там вообще треков, нахуй, 20, переводить их еще, нахуй, не, ребята, дело не в деньгах, короче, ну просто реально не хочу сейчас, блядь, переводить это все. Ваня, будет бифы с кем-нибудь? Например, с Драго. Не, не будет. Он же отказался батлиться уже со мной. Все, короче. Я, блядь, скатился, он говорит, и все такое. И позорю, короче, рэп из Германии, короче, да? Понятно? Какой он охуенный, короче. А если Драго вот отрастит вот. Дреды? Теперь он меня будет игнорировать, как я игнорировал 15 лет последние, да. Так. Что еще? Сколько вообще время, блядь? Сейчас. Смотри. Да-да, он правильно, Драго даун, он и выглядит как даун, блядь, у него синдром, нахуй, дауна. Ну что, ребята, такая тема, вы когда-нибудь Драго видели с девушкой? Он хоть раз уже, блядь, в своей жизни трахался? Или встречался с девушкой, блядь? А то там это... Гомосятиной попахивает, да. Меня нормально видно, Ваня. Тебя нормально видно? Нихуя себе, это у кого там полдесятого вечера, блядь? У меня... Я проснулся недавно, у нас, наверное, обед должен быть, блядь. А, да, вон. Это полчетвертого уже? Ебать. Так, привет, привет, Ольга.
А Вова по пацанам, я так и думал, потому что я ни разу не видел Драгу с девушкой. Драга, у тебя девушка есть или была когда-нибудь? Объясни мне. Или ты своими, блядь, стероидами, нахуй, уже все яйца себе погубил, блядь. Подожди, если в Украине сейчас без 24, значит, у нас без 23. Сколько у меня фанов? Два. Куда Макс пропал? Макс, ты куда пропал, блядь? Блядь, так обед же нормально, можно пообедать сейчас. В ДНР я еще был, когда... В Донецке, кстати, я был уже два раза. Охуенный движ там был, пиздец. Заказываю суши. Не, суши не хочу, блядь, хочу шаурмы, блядь. Шаурма с похмелья вообще охуенно сейчас. Бёнер надо похавать какой-нибудь. Ну или, блин, Таня, по-моему, шубы сделала вчера, блядь, сейчас шубу похаваю, охуенная селедочка, блядь, с похмелья, самое то. Марвел, конечно, смотрю, блядь, большой фанат Марвела. Кстати, смотрел новый фильм, это Бамблби, прикольно, кстати. Ну, Трансформер вообще, блядь, охуенно. Так куда Макс пропал? Макс, ты где, блядь? Блядь, клип к треку Flashback, я не знаю, так и не вышел, там спросить у Digital Nox, я ездил туда, снимал что-то, ну, хуй не знает, он до сих пор так нихуя не выклал. Миша. Миша назовем второго сына. Прикольное имя. Таниного папу звали Миша. Ребята, подожди, подожди. Я же говорю, дело не в деньгах, как бы я бы бесплатно перевел эти тексты, короче, с альбома White Blow Road. Ну, просто мне впадлу, блядь. А я не знаю, есть ли у Гоши Инстаграм. Я знаю, у Димы есть Инстаграм. Одежда будет, да, ребята. Вон, говорю же, вот сейчас как раз это пробиваю, чтобы Фок мне картинки там сделал. Возьму вот эту обезьяну своего Инстаграма, короче. Где он там красиво, меня сделал красивой такой обезьяной, вот буду печатать. Вот там какой-то трабл у меня там, детишки ругаются.
Что-то там не поделили. О, телефон сел, ребята, сейчас через 20 минут отключится, короче. Ладно, короче, спасибо, что были со мной, короче. Давайте, я пойду поем что-нибудь и все. Давайте, а то сейчас через 11, 10, 9 секунд, короче, выключится телефон, оборвется все. Спасибо большое вам за поддержку, люблю вас, пока.